И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Слава КПСС, любимые песни настоящих людей. Что это такое? Трек, точнее, альбом на 58 минут, на 18 треков, что не может меня не огорчать, скажу честно. Я, скорее, недоволен этим, потому что, бесспорно, Слава КПСС мастер дела, мастер слога, люблю его треки некоторые, ну, Горгора 2 реакция есть, можете посмотреть. Но 18 треков, серьезно, это очень много, час целый, это прям дохера, поэтому, возможно, будет душненько. Я постараюсь как можно меньше говорить, потому что я хочу кайфовать от музыки, в плане того, что, ну, если я буду про каждый трек ночью говорить, мы здесь не закончим, блядь, даже и за 2 часа. Ну, что, конечно, не хочется, да. Перед тем, как мы начнем слушать, хочу сказать, что у меня есть свой телеграм-канал, ссылочка на который находится в описании. Еще есть Twitch, на котором прямо сейчас идет стрим, и мы вместе с ребятами будем слушать этот альбом. Хорошо, что есть ребята, которые будут слушать вместе со мной. Запарин, привет, кстати. И поэтому будет не так скучно. Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что Слава плохо делает, и поэтому это будет скучно. Просто, блядь, любой исполнитель сделает альбом на час, и я буду, ну, выделываться. Какого хуя, бро? На час? Ну, за исключением, типа, артиста, который мне очень нравится. Вот за исключением. Но как будто перебор. Реально. Ладно, теперь давайте почитаем, что это вообще такое. Потому что я не знаю, он дропнул абсолютно для меня неожиданно. Я не ожидал этого, но окей. Слава КПСС 22 сентября выпустит альбом «Любимые песни настоящих людей». Название отсылает к альбому «Хаски. Любимые песни воображаемых людей». Понятно. 21 сентября Слава покажет альбом на стриме. Окей, круто. Окей. Тут несколько раз переделывалось все. Но это не важно. Погнали слушать тогда, да? Потому что много базарить не будем. ТГ, Twitch, я все сказал. У меня есть будет кофе, кола еще есть. Вот, чтобы было повеселее, так сказать. Погнали. Первый трек «Пих-пох». Интересное название, бро. Будем... Данный трек является переработкой одноименного трека 10-летней давности. Хорошо, будем... максимально кратко, я думаю, но... По эмоциям судить. Окей, let's go. Первый трек. Пих-пох, это хип-хоп наоборот. Пих-пох. А, понятно, окей. Будем знакомы, я закованный в комнате, комнатный клоп. В полночи трёп, полночи стоп, тут полости полные проб. После бездарный хип-хоп, после подпален укроп. Эдварда Каллина в гроб, этот приталенный фраг в районе Гарлема жмёт. Пчёлам неправильный мёд, о чём мечтали мы в тот. Открыл банкрот, теперь он банкрот. Слушай, банкрот, пока мы план трём. Как пойдёт планктон, пусть пинкертон пикертом ловит, что потом. Этот шепоток смоет шапито, как поток, этот попадок, садит рэпита на поводок. Парадокс, по носу парадокс. Ёбаный город дорог, в диете творог горох. Спасибо этому Лёхе за то, что он подох. Пих-пох, это хип-хоп наоборот. Охуенно, хорошо, я понял, да. Пих-пох, это хип-хоп наоборот. Пих-пох. А, ебать, прикольно. Окей, хорош. Первый недушный трек у нас, да, 1.43, прикольно. Бля, ну, я не буду говорить, вот скажу в самом начале, да. В следующих треках будет то же самое, поэтому один раз на этом остановимся и больше не будем останавливаться. Никто не будет сомневаться, что Слава КПСС мастер слога и мастер ёбнутой ритмики. Это, я обожаю треки с ёбнутой ритмикой. Увлекательный факт, мой любимый трек «Скоро», здесь кто-нибудь есть, имеет битмейкера, который пройдёт салон или тайп на Горгора 2. Нихуя себе, блядь. А, который... Окей, я понял, кажется. Круто. Вы поняли. Ну, в общем, я любитель охуенных ритмик, охуенных вот этих рифм, постоянных вот этих, ну, типа банкрот, банкрот, грот, план трём,
Планктон, Пинкертон, вот это постоянные ритмы, когда они есть, рифмы, это охуенно, я это просто обожаю, поэтому, возможно, я добавлю очень много. Возможно, я добавлю очень много. SPB Waves, да? Окей. Охуенный трек, спасибо большое, идем дальше. Катафалка. То есть все, вы поняли, мы остановились на том, что охуенная ритмика, она будет во всем альбоме, и я на этом больше не останавливаюсь, вы поняли. Ну, типа, это точно. Это очень охуенно, это огромнейший плюс, потому что я это просто обожаю. Я за рулем своего катафалка, с гнившими до костей культями. Кручу баранку, картина помашу родным, суну подворник асты. Мой катафалк пролетает на красный. Мы за рулем своего катафалка, с гнившими до костей культями. Крутим баранку, мама роняла слезы, папа летал напрасно. Наш катафалк пролетает на красный. Ведь рано или поздно в крышку загонят гвозди. Ведь мы не Каза Ностра и не бессмертны вовсе. В делах по ноздри, как Тони Монтана в коксе. Это и есть взрослый, срывая гнева грозди. На праздник жизни ворваться голому и пьяному. Набить ебло козлу и паному, что создал нас неравными. Такси зеленоглазое, красными фарами. Глядит на мир и мономир, встречай меня фанфарами. Ведь мы на финише все одинаковы. Потертые протекторы, выложив Путин знаками. Резину не спасти, как и желудок с лаками. И белых туфлей лаковых не надо брать в кредит. Они уже твои, косулю подпалив. Минуем пост ГАИ, мост через Дикс, погост, земля, кресты. Петр помашет палкой, грешник притормози. Ну прям что припитить, я не думаю. Я за рулем своего катафалка, с нижними дыркостей культями. Кручу баранку, картина помашу родным, суну подворник асты. Мой катафалк пролетает на красный. Мы за рулем своего катафалка, с нившими до костей культями. Крутим баранку, okay, okay. Мама роняла слезы, папа рыдал напрасно. Это такой философский, наш катафалк пролетает на красный. Я за рулем своего катафалка, с нившими до костей культями. Кручу баранку, картина помашу родным, суну подворник асты. Мой катафалк пролетает на красный. Мы за рулем своего катафалка, с нившими до костей культями. Много припева. Баранку, мама роняла слезы, папа рыдал напрасно. Наш катафалк пролетает на красный. Душненько. Но прикольно, в этом что-то есть. Как репетить точно нет. 100%. Как репетить этот трек однозначно нет. Душненький припев, потому что его много очень. Но очень философский трек, прикольно. Интересный бит, старый такой, знаете, более. Но гораздо менее мейнстримная тема, и вот я репетить ее не могу. Я думаю, тут может быть много затянутых треков. Да, я думаю, ты прав. В общем, для меня это проходничок, но тема очень, конечно, да. Такая. Угу. Первый трек... В плане звучания мне нравится, ну, гораздо больше. По смыслу, естественно, катафалка. Но идем дальше. Следующий трек — Икар. Ну, так вам пробегаться по трекам, типа очень коротко говорить, не хочу останавливаться. Злое небо Вавилона, свинцовая крышка гроба, король всех скоморохов, кровь льется, как газировка. От Фалеса к Пармениду, от Дугина к Кургиняну. Мы строим лестницу в небо, но впустят ли обезьяну? Жестокий пир Валтасара, где эго взойдет на дыбу. Но жизнь на той сансара, в сознании счастье лишь символ. Готовься к финальной сцене, там стадо затопчет Симбу. Мечтаешь ли, глядя в небо, стать голубем с закрылым, так лети и как пускай все держать, должен ползать, пусть ползет победным трубам. Хорош! Ему победа, духа ведь мира нет. Для сознания мара химера, я позволю себе все, человек есть мира. Всех вещей я расправлюсь с бондом, пару стопок и стану богом. Икар, сойди с карниза. Пиздец. Ты перебрал, людишки снизу ползают мокрицами. Мазки на полотне асфальта, хочется напиться, встать в окне и сильно сделать сальто. Чем выше, тем сильнее запах жженых перьев. От ядерных лучей не укроешься в тени. Падение легко, успокоимся в смерти. Но время не пришло, из пепла встанет феникс. Из пепла встанет феникс. Yeah.
Ебать. Из пепла встанет Феникс. Из пепла встанет Феникс. Ебать. Из пепла встанет Феникс. Феникс. Я прошел сквозь все, алкоголь легко мне зажгли. Нихуя. Я был далеко, мой голубой горизонт. Я дойду хоть и пешком, ведь прямой коридор. Мой путь к цели пусть идет. Просто филе молыкар сдал в ломбард. Крылья нет, я высоко летал, но упал. Чаще тут не летая погода, но мой черный. Я здесь между срок, я как прежде бог. Но теперь Люцифер, я падший ангел. Стал не тот демон, а за тот себя хуже во сто крат. Я доппельгангер. Сумасшедший гений до конца моих дней. Запашенных перьев, но не даст лететь. Я устал глядеть на птенцов, что пытаются покинуть землю. Полет духа над Вавилоном. Болтовня на кухне падает. Чем выше, тем сильнее запах жженых перьев. От ядерных лучей не укроешься в тени. Падение легко, успокоимся в смерти. Но время не пришло, из пепла встанет Феникс. Ебать. Из пепла встанет Феникс. Из пепла встанет Феникс. Из пепла встанет Феникс. Из пепла встанет Феникс. Охуенный трек, лучший. Причем, типа, с огромным, вообще ебнутым отрывом. Просто с ебнутым отрывом. Хуеть. Здесь все охуенно. Первый куплет ёбнутый, бридж, охуенный контраст. Ёбнутый припев еще давит. И постприпев... Во-во-во-во-во-во, это просто пиздец. Это ёбнутый трек с техникой просто ёбнутой. Вот я слушаю этот трек, я думаю, что ебать, типа, разные артисты бывают. Вот можно настолько базу вкачать, то есть технику, настолько можно базу вкачать, что просто ёбнутые треки вот выдавать так, подобного рода. Это ёбнутый трек, просто пиздец. Продолжаем. Короче, все, я вернулся, продолжаем. Русское поле, следующий трек. SPBW есть, да? Уже какой-то четвертый. Блин, очень разные треки, да? Четыре все очень разные. В день, когда нас не стало, петля инструментала затянет песню, как в детстве с отцом у вокзала. Что-то так защемит, вспомню, как да, гудели у фонтана. Сквозь щели глаз тоска сверкала. С пьяным фристайлом провожали ее в дальний путь. И было не жалко. В пространстве душ, она просто твоя содержанка. Играй, шарманка, мертвым джанки, как дома кратко. Орехов Леша, наш хорош, земля тебе ханка. Но солнце светит и без нас, как сердце у Данка. Планета крутится, но в привод пустая болванка. Вставлена крейтером над миром. Разгадку украдкой подглядел на перья у Платона. Мы лишь опечатка, а смерть как Примадонна. Выход в софитах финала, где всех артистов на руках выносят из зала. Всех уездах, всех галактик, такая пьеса, где ты остался на бабах. Окей, это текст-ориентированная работа сейчас, поэтому пускай. Я понимаю, бро. Именно поэтому не считаю Славу КПСС прям диким. Но он может ёбнутую тему делать вообще, по самому взять. Я понял. А, ебать. Что? Сегодня единицы, завтра стану ноли. Просто реклами, поэтому она типа... Да, я понимаю. Тут даже типа бриджа что-то есть. Ну, такой... Типа ямочка, да? Ладно. Хорошо. Ну, такой самый слабый трек, я бы сказал. Ну да, понятно, что все мое мнение субъективное, кому как, о
очевидно. Кому-то заходит за тебя, кому-то нет. Да, ты прав, Том. Что могу сказать по поводу этого трека? Ну, Икар по-прежнему сильнейший, я бы назвал «Русское поле» слабейшим треком. Короче, 4 трека уже прошло, и все очень разные. Очень разные треки. Единственное, с чем похоже, это «Фалка» и «Русское поле» текстоориентированные однотипные работы. На то они текстоориентированные. И обе мне не зашли. Икар и Пихпох — это с ориентиром уже на звучание. И там и это мне нравится. Тут кому что. Кому нравится глубокий текст, какие-то глубокие темы, повествование, сторителлинг, они будут слушать «Катафалка» и «Русское поле». Кому бы просто разъебаться под охуенную читочку, это «Икар» и «Пихпох». Там почти 7-минутный трек есть, а я не вижу. А, вижу, все, вижу. «Мертвые звезды». Ну, на «Горгороде 2» тоже был такой трек, тем не менее, он мне очень зашел. По хрону я имею в виду. В общем, вы поняли. Конкретно в этом треке, что мне не нравится, ну... Сторителлинг, он как бы на то и сторителлинг, душно. Очень душно, мне такое не заходит. Погнали, next track, «Я мечтаю». По аналогии, сейчас должно быть звучание ориентированная работа. Надеюсь. Осуждаем, если что. Твой батл рэп на сраку присел. Мне нужен только демон, Люцифер, сатана, Бафомет. Я люблю лишь твою маму, алкоголь и батл рэп. Нахуй всех, я не хочу палить еблом с билборда. Нужен только крикет, чтоб спалить чертям восточный морда. Микстейп, нет, дис, он бьет как монтировкой полбу. X, Y, Z, Z вниз, и я пробил рифмовкой. Комбо, Ренессанс, Мескалин, Бэтмен, Шит. Я пингвин, с нами вид садиста, значит мы воскрешаем Кинг Грин. Новый вагабун, что они дуют, ты ловишь. Твоя мама стонет на хуях, выйдет клёвый отлив. Иду по пищевой цепи, пожирая шакалов. У твоей мамаши ВИЧ и СПИД, пожилая шалала. Я ебу ваш смысл, чтоб подкинуть свинью Моисею. Дай повыебонить на беде или пит... Бля, мне кажется, это ответка на трек «Первый класс», нет? Мамы. Мамка ёбство вот это. Моисей. Вот эта темка с Окси, нет? Не кажется, это очередной дисс на Оксимирона? Ну, конкретно на трек «Первый класс». Мне вот так кажется. Прикольно, мне пока нравится. Слушаем дальше. На шею, я не знаю. Нахуй мне ваш хайп, если жизнь одна. Я мечтаю. Не знаю, по припевам еще. Прикольно, ладно. Ну, осуждаем, естественно. Где, на самом деле, это самое большое, что мне нравится. Ну, вполне возможно такое. У меня насекомые летают. Вот он, еще больше. Помогите. Стал еблоторговцем, как они, только не подал виду. Даже если на мне кипа, пидор, я кидаю. Сжечь эту культуру изнутри и перебить их гуру. Чтобы кончить, мне нужны понки, тентакли и гуру. Горжусь их хейтом. Да, это 100%. Подождите. Секунду. 100%. Вот сейчас я удостоверюсь. Ну-ка, секундочку. Подожди, в какой-то же треке... В каком-то же треке было вот это, нет? Секунду. У Окси, нет? Не в этом треке? Ну, про Моисея, да? Не на этом треке, или каком? Блин, точно было. Точно было. Я не знаю, где, может, тот... Ладно, но где-то было, где-то у Окси было.
Ща, давайте, я хочу доебаться. Right now, они решили доебаться. Так, если мне не изменяет память, это могло быть... Блять, а где это? Слава в городе 2 было. Понял, все, спасибо, бро. Спасибо, продолжаем слушать, извиняюсь. Отторжение среды, ведь как электро я питаюсь напряжением сети. Дала мудак, не тролль, хоть он носатый. Мне нравится этот текст. Всегда могу добыть огонь, подорвав пукар. Нет хитов форматных создал, ты свой сидя дома. Мазафакер трахнул мазу, стать вторым Оксимироном. Третьим бабангидой, пятым гуфом, пятнадцатым стимом. КПСС, я буду первый, кто ебал вас в криву. Хорош. Или попс, попробуй ждись не в категорию. Не выйдет фиат туринг с Сашей Скулом и Ларисой Долиной. Мне это похуй, все, я запишу с десяток демок, где ебу твоих бледей, но нынче только русских девок. Я не знаю. Хорош. Прикольный трек, хороший, мне нравится. Это наша судьба, yeah. И даже если мы победим, мы все равно проебем. И проебал одновременно, да. Короче, вот смотрите, в чем прикол. Пихпох и Кар, звучание ориентированной работы. Катафалка, русское поле, текст ориентированной работы. А я мечтаю, это гибрид. Здесь я охуенное звучание поработали, и над текстом тоже повествование. Ёбнутая история. И как итог? Охуенно вышло, очень охуенный трек. Икар все же лучший пока что, но это вот место второе вообще без проблем ставлю абсолютно. Не знаю насчет припева, как будто спорная темка, но куплеты ёбнутые, строчки просто ёбнутые. Я думаю, это такой мини-дис на Оксимирона, ну ладно, дис на Оксимирона. Слава лучшим МС по тексту. Ну, то, что он лучший по ритмике в России, я не спорю. По тексту может быть, не знаю. То, что он лучше всех в ритмике, это, блядь, ну, 900%. Прям, не знаю, он ёбнутый, честно. В общем, это гибрид, который мне очень сильно зашел. Идем дальше. Следующий трек идет аж целых почти 7 минут. Мертвые звезды. Фит за май. Мне немного страшно слушать 7-минутный трек с таким битом. Вот чуть-чуть страшно теперь стало. Поднапрягся, так сказать. Окей. Слышите, звезды без тебя погаснут. Недаром гром и молния небо трясут в оргазмах. Недаром под этим высвеченным небом все пьем. Мы забываем, что одни зависаем в сети. Большие дети под куполом вечного лета. Снег осыпался штукатуркой с неба. Я против воли стал наводчиком вечного рейха. Взяв два билета в ледяную пустыню Тинхейма. Что-то горело в микросхемах, тот электроник, что осознал себя как софт, а чип на ладони, вырванное сердце. Текст нужен мир, рисованный комикс. Пройти не костыли, калека не станет с этим спорить. Не проси меня остыть, я буду дымить подоконник, прожигая брюхами. Хули мне этот белый кролик. Он завел меня в кусты, где колет шипами лимонник. Равнодушный глаз луны и брошенный богом питомник. Здесь мой ответ жалы, дом бытия взвесь. Каждое слово, сломан ли я? Или тут ошибка в ДНК, чей-то программный код? Каждая молитва для него — это лишь бак-репорт. Завтра я еще не умру, хотя кто его знает. Годы уже не вернуть, но время дано, чтобы тратить. Так что не считаю минут, что ждали пересменку. В камерах сознания, перестукиваясь через стенку. Вижу свет мертвых звезд. Вижу свет мертвых звезд. Я пожил не всерьез. Все как-то Джокер про нас пишет, что это твой любимый трек, да? Вижу свет мертвых. Прикольно. Вижу свет мертвых звезд. Я пожил не всерьез. Мне не нравится этот трек. Слышу смех мертвых звезд. Слышу смех мертвых звезд. Ничто
бля, грустно пиздец. Поэт и песенник погиб, только в МП3 остался след его странной несчастной звезды. А душу вынесла, как дым из грязной парадной, досадный ссор мясной избы. У гитары звуки, да, еще есть. Это ли не та мечта, которой ты сгубил себя? Но отдавая нам тепло, равнодушная звезда оставалась все равно, и даже полуденный зной в системе наших координат абсолютно ноль. Но опалила крылья моль, упала за сервант. Теперь от червяка ее не отличишь никак. Ну разве ж насекомое, не альбатрос, Бодлер, расскажи французский. Что же значит быть русским поэтом? Значит остаться мертвым светом, мчать через вакуум, чтобы найти свою планету, прожечь сетчатку заброшенному человеку. Критической массы станет этот луч, и он взорвется суперновой. Здравствуй! Вижу свет мертвых звезд. Бля, припев не отсюда. Вообще с куплетом мне не ладит. Все как ты мельком. Слышу смех мертвых звезд. Очень души карлик, но если их зажигают, это кому-то нужно. Только под лоском ты стандартный Степан и карма настигнет, хоть выстави сотню юмор. Оружие, моя вселенная только взорвалась. Я эту вспышку заметил лет около 30. Не так давно, значит, в строю наш небесный корабль, и мы еще пару отсеков сможем прицепить. Слышь, ты еще слишком друг молодой, чтобы играть в старика и рассуждать о смерти. Хотя и видишь на своем лугу террикон из пустых надежд, эмоций, страхов женщин. Но это же просто опыт, очередной этап на пути к чему-то новому, пусть и больно. Но после осени всегда приходит зима, а на утро уже весна стучится в окна. Нам что-то когда-то кем-то было дано, но что это было, я уже не вспомню. Стали полезные свойства дровами, металлолом, ребром поставил. Ставив этот, я не решу вопрос тут. Я иди иную планету, я наполню ее тоже своим пустым пиздежом. Принимая грязные бумажки за чистую монету, я просто распишу, что сделан не из духа кишок. Вижу свет мертвых звезд. Вижу свет мертвых звезд. Я пожил не всерьез. Чисто чем-то специально послушаю, если без текста слушаю, это норм. А нету смысла слушать трек без текста. Он, ну, на тексте ориентирован. Не знаю. На фон норм. На фон норм. Как репетить, вообще, вообще нет. Но охуенные куплеты, хочу сказать. Я даже зевать начал под этот трек. Блять, еще один минут, он так будет. Да и плюс сам бит и сам припев очень не мейнстримные. Такое вообще не делают. Не знаю, мне не зашел вообще. Куплет охуенная, Базар Джексон. Но не для репита трек. Последние 3 минуты очень душные. Так он не гонится за мейнстримом. Да, понимаю, что не гонится. Но я к тому, что треки «Я мечтаю», точнее, даже, наверное, вернее сказать, «Икар», «Пих-пох», они более для общества. Он ему нахуй не нужен. Я понимаю, я не к тому, что... ребят, я не к тому. Я к тому, что вот треки «Икар» и «Пих-пох», они более понятны обществу, чем этот трек. Да, я вот к чему. Очевидно, что он ему нахуй не нужен. У чела, ну, чела в антихайпе, блять. О каком мейнстриме речь. Но «Икар» и «Пих-пох» более понятны для людей будут, для общества, чем этот трек. Понял. Это хорошо. Короче, что по поводу этого трека? Ну, очень сильные куплеты по тексту. Довольно ровненькие. Очень мне не нравится припев. Прям заебал. Прям хз. Вот хуйня припев, честно. Вот субъективно.
мне вообще не зашел. Куплеты охуенные. Как для репита, учитывая, что последние еще 3 минуты были забиты припевом. Фе, такое. Такой, для меня слабенький трек. Он неудачный чуть-чуть по структуре. Для фанатов, мне кажется, наоборот, трек нравится. Для фанатов по-любому этот трек зайдет, я думаю. Фанатам это вот прям то, что любит делать Слава. В целом. Так что Базар Джексон, я думаю, фанатам это зайдет. Я не являюсь фанатом, соответственно, мне не зашло. Идем дальше. Следующий трек — «Побывать на Луне». Я бы не против побывать на Луне, кстати. А вы? Так, что-то более по звучанию походу, да? Поездом под одеялом или поездом, а что если просто потухнем без пользы, без содержимого, лишь оболочки, как гильзы, к чему бы не стремился. Теперь потухший гейзер, одно из тех задрипанных семей, дядь, где дети лишь для мебели, а мебель не для ёбли. И я, бывает, просыпаюсь по ночам и в зеркало смотрю, не стал ли я теперь одним из тех мещан, чья мечта повыше всплыть, излишек скрыть, хотелось космонавтом быть. Побывать на Луне. Ебать. Ебать. Я тебя понял, бро. Теперь бы не забыть, что так боялся стать никем. Виктори пластмассовый мир, а я не манекен. И мне не варик лень культивировать в обмен на мечты, что были вектором все детство мне. Где мой скафандр, отравлен будни ядом, офис и ядом, планет Плеяда, космос где-то рядом, все как у людей, список дел, но когда ёбнутый бит, пиздец. Побывать на Луне и кредитный БМВ не затмит космолет. Я намерен свой век побывать на Луне. Все как у людей, список дел, но когда же мне побывать на Луне? Побывать на Луне. Побывать на Луне. Побывать на Луне. Я понял, бро. Охуеть. Охуеть. Жесткий трек, очень пиздец. Бро, у меня, если что, на Твиче, ну, на телефоне запикиваются маты, поэтому можешь, пожалуйста, переписать, чтобы я понял, то у меня, ну, сообщение блокается. А, приятно послушать этот трек после «Мертвых звезд». Очень приятно услышать. Пиздец. Дикий припев с диким битом. Бит здесь вообще вывозит очень сильно. Садалов Мороз слушал? Нет, не слушал. Я не слушал «Делюкс». Это моя проблема. К сожалению. А вот тут охуенная была драмка, такая джерси драмка, да, и потом еще, ну, обычный припев. Охуенно, пиздец, круто. Бридж, куплеты такие маленькие, аккуратненькие, то есть недушный охуенный трек с ебанутым просто битом и его ебанутой лирикой. Короче, мейнстримовым припеве пахнет. Есть такое, да-да-да. Звучание, это на звучание ориентировано, это просто охуеть. Но лучше, я думаю, Икар все еще. Побывать на Луне второе место вообще смело даю, честно. Ой-ой, значит, есть что послушать. Да у меня до хера чего послушать, если честно. Очень много непрослушанного материала. Только заказов сколько штук, это пиздец. Заказов просто пиздец. Огромное количество. И еще выходит в следующую пятницу, до хера всего. Battle, пятницу до хера всего вышла, мы до сих пор слушаем. То есть среда, вот мы с понедельника до по среду будем слушать, и в четверг у нас на релизе сквора. Завтра будем заканчивать, я не знаю как, но придется опять стрим на 3 часа делать. То есть у меня вот 3 дня, 9 часов, чтобы все послушать. Да, продолжаем дальше. Духовная нищанка. Очень интересное название. Как будто сейчас опять в философии нас погрузят. Ты про трахео говорил, что не слышал его вообще, его обязательно нужно слушать. Базар Джексон, ребят, предлагайте в Телеграме, под Ютубом, вообще где угодно, мне без разницы. Если набирается, я с удовольствием огромным послушаю. Вообще... однозначно. Нужно, главное, лайки набрать на комментарий свой. Поэтому еще и слушать все всего. Да, базару ноль. Это 100%. Куча всего еще слушать надо.
долго ли? На пятки наступает духовная нищанка. Сыграй со мной в пятнашки, я веселая каштанка. Гоняюсь по двору за собственным хвостом, и так покуда не помру. И видно в этом весь прикол, а златокудрый пидорас. Ангелок-хранитель, ты смотри, не отвлекись. Мне бы жить да жить, бы только жималось созрело. Опало как с куста, чьи троллейбус бытия, и в нем все заняты места. А все, что как бы есть, а тут же как бы нету. Ебать, прикольно. По уму и мне все конгруентно, все течет, говорю бедняги Гераклита. У меня протекает, у меня душа болит, а мне психолог говорила, душа выдумка на горе. Ты где-то скал забора, то мысли Анаксагора, с нами детки Черномор. Вкусные эти мины заебали, душа не дождется сарками, не златокудрый пидорас. Ангелок-хранитель, на секунду отвлекись, мне бы жить да жить, бы только что-то поломалось. Кисетает мироздание, собой заслоняет ума вечное сияние. Бессмертно на погибель рожденное естество. Ты думал, это смерть, а то моргает питье, а то качается монетка, то не небо за окном, то бумажная салфетка, то бумажный самолет. Так как магниты обвенчались, так мерились полосами, скоро померли в лифте, а все же кровью потолкались. Ева знает, что Адоль сказочный герой. Я себе это вообще пиздец. Ты достаточно худой. 15 человек на сундук мертвеца. Попугай и бутылка рома. Мир тюрьма. Прочитал я у поэта одного. Ну и что мне с того? Я в бутырке дома. Постигая свои пальцы, проворонил остановку. Только бы не покупить мне эту божию коровку. Златокудрый мой браток, ты прости, что очень ёбнутая техника. Проходи лучше за ней, а я как-то сам. А то ползу до Арьергарда, где пьяные казачки. Родина матушка, меня титьками не зашиби. Сплавимся по лету вместе с трупами по гангу. Есть немного соли, но так сыпь ее на ранку. Сытая поганка, бледная от плоти. Иная мастерица, даже окна заколотит. А он мокнет под дождем, распахнув оконца. Пневмония нипочем, он увидел солнце. Увидел солнце, титал упор. Напоминает что-то очень старое, но при этом это круто, пиздец. Это был не ангел, приходил конец. Улетал на небо от него отец. Он увидел солнце, титал упор. А, кстати, аутро пусть. Титал смеется, это был не ангел, приходил конец. Улетал на небо. Все остальное круто. Отец, он увидел солнце, титал упор. Титал летит, а титал смеется. Это был не ангел, приходил конец. Улетал на небо, родной отец. Хорошо, я тебя понял, бро. Я тебя понял. Что вы думаете по поводу этого трека? Я думаю, это скорее более текстоориентированная работа, но тогда это первая текстоориентированная работа, которая мне зашла. Прикольно, здесь тоже что-то рассказывается. Я сейчас не очень уловил мысль, извините. Очень мне понравилось все, кроме вот аутро. Прям реально все круто, очень по технике, то есть прям строчка за строчкой не останавливается, это очень круто все звучит. Бля, охуенный трек. Не лучший трек, но охуенный, я его добавлю. Но не лучший. Идем дальше, следующий трек «Могилам». Половину альбома уже почти послушали. Что-то очень странное по биту. Плюс еще в прошлом, предыдущем треке интруха была долгая. Тоже минус, конечно, но ладно. Или не в предыдущем. Не, врач предыдущий. Однажды все-таки вернусь на вотчину, где складчину брали пивко. Мимо дома отчего пройдусь, от чего-то грусть ебет. Тот я был мой антипод. Как поднимали стопки, опускали батин гроб, я вспомню. Вот он дом, который был потерян. Без всяких сложных материй и ложных представлений. Дело тут не вере, но я счастлив был. Амурский берег, сколько тех мгновений, что я вспомню, когда посидею. И я не верю, что мы встретимся на небе с теми, кого так любили. Так звони почаще по мобиле близким, пока фамилии в контактном списке. Они выбиты под фоткой на гранитном обелиске. Их забирает расстояние, время и лишним. Хранить обидки, как напитки с выдержкой в виски. Я искупить не смог бы все грехи, и на могилку принести ага. Могу только цветы. Понял, прости. Сейчас я не сказал тебе всего, но вот он, крючок. Я передам тебе с новеньким мертвым. И мне ну почудится да, типа, дверной звонок. Отцу, да, переступи или порог, и я брошусь со всех ног. Но это морок, ты подземней, чем все эти.
эти пляди. Ты спрашивал, теряя okay, братья, да, типа когда есть полегчает. Okay, я обещаю, что отвечу, как только узнаю. Отвечу, как только узнаю. Окей, okay, это исповедь, я не буду трогать этот трек. Хорошо сделано, не репитно, точно, не для репита. Очень красиво, пиздец. Но, не знаю, я не добавлю это. Окей, пускай это будет здесь. Пускай это будет здесь. Сразу идем дальше. No thanks. Следующий трек. А, нет, хотя не идем дальше. Мы послушали с вами половину альбома. Добавили раз, два, три, четыре, пять. 5 из 9. Неплохо. Красиво. Для меня самое главное. Ну вот, тогда можешь добавить, бро. В целом, хороший трек. Но я не добавлю, как будто репетить это будет тяжело. Ой, ебать, у меня пальцы хрустят, мне все хрустит, сори. В общем, да, 5 из 9, пока что я очень удовлетворен альбомом, потому что те треки, которые я не добавил, я их добавил из-за того, что слишком делался упор на текст, чем на звучание, и, то есть, треки в целом-то сами по себе были очень хорошие, но я просто такое не слушаю. В целом, Слава не для всех. Слава КПСС не для всех, и я... Тот человек, который не каждую его музыку может воспринимать. Самый охуенный трек пока что с большим отрывом — это Икар. Второе место — «Побывать на Луне». Ну и третье... Не знаю. Не знаю третье. Не знаю, честно. Ладно. То есть вы поняли. То есть несмотря на то, что 5 из 9, ну это, конечно, больше половины, но буквально совсем чуть-чуть. Это очень круто, потому что среди тех треков, что я не добавил, я их не добавил по причине, что я такое просто не слушаю. Но сделано все здесь очень качественно, и проходников здесь нет. Ну, кроме «Мертвые звезды», субъективно. «Мертвые звезды» — единственный трек, ну, который мне, типа... Ну, и то там охуенные куплеты. Просто ёбнутые. Так что нет, я не прав. Там ёбнутые куплеты, там всего лишь припев мне не нравится, которого слишком много. Все как-то так. То есть продолжаем. Теперь нам слушать еще столько же. Вторая часть альбома может быть тяжелее по причине того, что время, да. Но я все равно постараюсь адекватно это все воспринять, потому что в целом не так много высказываюсь по трекам, и это меня радует. Погнали, следующий трек — No Thanks. А, я уже тут, отлично. По-моему, что-то по звучанию, да, Бой? Нихуя себе, биточек. No thanks. No flex, я забиваю joint гвозди. No thanks, не хочу быть под жирным боссом. Мой бес указал тебе шконку дать жербел. Ваш король тусит у баранши в Латве. Бэй-бэй, поросенок нахуй. Если резко мне купить тапом, не буду тратить больше пары басов. Твой жирный зад, ведь добро, ты, блядь, лучший панч зона. Ревизора снял фальшивый скат, как парик с капсона. С вашей кодлой, кто тут на битах легенда. Крутого MC б не назвали Глеба, Мало и Грегор. Башня танка, тик-так, бум-бум. Мэра киберпанка прошла. Так укал не снял бы даже Герман. Новый фреш-бат, это зомби ферма. Да, панчи, ебать, просто решил выебнуться. Охуенно, пиздец. Ёбнутый трек. Второе место. Икар посильнее будет, но в целом это просто пиздец. В целом это просто пиздец. У меня насекомые летают вещи, меня это бесит. Второе место пока что заслуженно получает трек, и Икар посильнее будет. А решил просто выебнуться панчами. Я упомяну еще раз ритмику.
просто пиздец. Я напоминаю, что я обожаю, что где вот такая ритмика ёбнутая, с рифмовкой постоянной на какой-то слог. Мне такие треки очень заходят, и это просто ебёт меня в уши, я не знаю, мне так это ебёт, меня так это ебёт. Это великолепный трек, спасибо большое, просто выебнулся. Все равно Венец Эволюция от Пира слушал, нет. Как пинбольщик? Круто, бро. Потом могу рассказать поподробнее. Сейчас у нас Слава КПСС. Идем дальше. Блин, интересно, будет ли что-то сильнее Икара? А вот давайте, ну-ка. В небо стать голубем, свизамбар. Крылья нет, я высоко летал, но упал. Чащу тут нелетая погода, но мой черный. Я здесь между срок, я как прежде бог. Но теперь Люцифер, я падший ангел. Стал не тот демон. Да, не-не-не-не-не. Ну, типа, сильнее Икара не будет. Я тоже думаю. Икара это прям пиздец вообще нахуй. Идем дальше, ладно. Опять надо жить следующий трек. No Thanks это, ну... Короче, иногда, да, бывает здесь, после каких-то душниных треков, типа «Могилам» или там «Мертвые звезды», бывают очень простые в плане по смыслу, но охуенные по звучанию. То есть вот так, ну, разъебаться. То есть тут это чередуется, и структура альбома это охуенная. То есть мне нравится очень структура этого альбома. Чередуются треки, которые подумать, поразмышлять или погрустить, и они разбавляются... Очень часто вот такими треками, то есть потусить типа Икар, типа побывать на Луне, типа No Thanks. Охуенно. Мне очень нравится структура альбома. И ритмика внутри самих треков, ну просто пиздец бомбическая, я не знаю. Но я говорю, типа, Слава КПСС лучший, наверное, среди построения слогов в русском рэпе. Вот прям 100% я в этом уверен. Идем дальше. Опять надо жить. Ну, скорее всего, опять что-то философское, я говорю, оно чередуется. Но мне чаще всего заходят такие треки, как No Thanks, Побывать на Луне и Икар. По факту только Икар стал популярным треком. Прикольно. Опять надо жить, но мне на это положить. Я в кровати как гробу. Опять надо жить, но мне на это положить. Детка, встать не могу. Опять надо жить, но мне на это положить. Я в кровати как гробу. Опять надо жить, но мне на это положить. Интересно, чем я встать не могу. Моя жизнь бесконечно сонный паралич. Не хочется ебаться, мне не хочется любить. Безысходный самотык из жопы моей торчит. Я верчу свое сознание, ищу кнопку отключить. Дреново вина пакет, я выгляну из окна. За солнышком как лакей, пиздохают облака. Весна просрется букетом из зелени до говна. А в моих квадратных метрах цветет разве что вода. Ну и нахуй мне выходить, жизнь ебаная тоска. Опять размышления, да. Да дворняги из-за куска готовы рвать на мне портки. Я пытал им себя сожрать, но мне опять надо жить. Смертельная охота спать, и не надо меня будить. От правды меня тошнит, обосранный цен буддизм. Мне не впарите, как тампоны, не надо меня будить. Я вечность бы так продых, но запер в одном вагоне. С макетами из картона, они кажутся людьми. Стальные глисты умело ползут по кишке метро. И вряд ли говно помеха. Но в будущем может быть. Люди заняты общим делом, а мне поебать на это. Свою я давно проехал. Растолкают нужненько немного. Или выкинут на рельсы. Это прям трек, чтоб просраться. Землю и будет ли туса в небе. Или вечность, чтоб проспаться. Мне не очень интересно, ведь завтра так может статься. Опять надо жить, опять надо жить. Но мне на это положить. Я в кровати как рабу. Опять надо жить. Опять надо жить, но мне на это положить. И ну прикольно, тема мне нравится. Опять надо жить, опять надо. А еще жить, второй такой же, да. Но опять я текст ориентированная работа здесь. Опять надо жить. На звучание особо не выебывались. Как в предыдущем треке. Не могу, детка, однажды ты захочешь от меня аборт. А черви разобьют из нас высад костей. Мне пролежь не милее, чем верблюжий гор. Прости, резона, не секу я покидать постель. Пускай по лесу муравей тащит свежий трупик. Пускай ваш улей в суете с утра и до утра. Стал жить как трутень, ведь бы тут тонуть как муха в супе. Не моя игра, просто не моя игра. Все мы едем в никуда, по шоссе из никуда. Только я дымлю на заднем, а ты тупишь за рулем. И все мы суть одна хуйня, все мы суть одна хуйня. Только я любуюсь видом, ты в погоне за рублем. И это путь из точки А, это путь до точки Б. Только нету точки А и не бывало точки Б. И ты поймешь это тогда, когда горючка на нуле. Ну прикольно. Вот на толчка качали сами по себе. Эти качели в пустоте, качели в пустоте. Ту игру свернуть не
репитно. Волен нажать идти потеет палец на курке. Мой палец на курке. Мне некогда нажать идти. Опять надо жить. Опять надо жить. Опять надо жить. Надошненько. Кровати как гробу. Второй огромный куплет. Опять надо. Первый огромный куплет. Текст ровно. Как текст-ориентированная работа, охуеть, ёбнутая. И тема раскрывается отлично. То есть по тексту я вообще доебаться не могу. Чтобы репитить, мне не очень это будет. Ровно довольно. Я тут вместо затроп на 2500 за год отыграл, а то КСК получил много заказов, пришёл получать на удовольствие. Грустно, бро. Хотя, может, не грустно, не знаю, но как будто грустно. В зависимости от того, как тебе теперь самому, хорошо без нее или с ней. Тут, кстати, огромная аннотация, давай прочитаем. В 17 году Слава дал интервью Медузе, где обсуждалась первая версия песни «Опять надо жить». В 17 году? Чего? Забыл один вопрос про альбом задать. Мне казалось, что песня «Опять надо жить» про депрессию. Это так у вас бывает? Ой, да даже не про депрессию, наверное, про какую-то апатию. То, что я говорил, например, о деньгах, когда нужно заниматься какими-то вещами, бессмысленность которых ты слишком хорошо осознаешь. Та же работа. Я ничего не имею против. Мне, в принципе, даже нравилось работать. Но вот это осознание, что трудозатраты и финансовое вознаграждение, грубо говоря, никак не связаны. Я сейчас за полгода заработал столько денег. Мне на той работе, где еще недавно работал, чтобы столько получить, нужно было бы провести лет 10 или 15. Но это же полный абсурд. Ты ходишь на эту работу, осознаешь эти вещи, это угнетает. Да, именно осознание абсурдности и бессмысленности твоих потраченных на нечто жизненных усилий. База. Слава, прослушивая свой альбом на стриме, ответил на вопрос чата. Зачем ты трогал альбом «Солнце мертвых»? Ну вот подумал, что надо угары ради один трек «Солнце мертвых» реворкнуть. Подождите, это реворки все? Это все реворки? Я только сейчас, если что. Секунду. Это все реворки какие-то? Реально? Подождите. Так, какой там про солнце что-то было? Секунду. Давайте уж тогда. А, и русское поле. Тоже, походу. Солнце мертвых. Опять надо жить, реально, прикиньте. И это все реворки, вы хотите сказать? Могилам? Да, реально, это все реворки. Ебать! А я не знал. И вот катафалка как раз. Пиздец. То есть это все реворки. А я даже не догадывался. Ну, я говорю, я не шарю за дискографию, естественно. Охуеть, это все реворки. Ну ладно, я не слышал даже оригиналы, но так как они довольно старые, я и не хочу как-то. Ну вот подумал, что надо угара ради один трек «Солнце мертвых» ревортить. Мне казалось, что вот такой трек удать вид более современный, а не как было в «Солнце мертвых», такие биты некого артхауса. Артхаус на альбом превратить в некий глянцевый рэпчик. Чат дал оценку треку до психотерапии и после психотерапии. Тут как будто Слава Мэрл дристанул. Реально? Серьезно? Да не, я не согласен. То есть это все реворки, я об этом узнал на 11 треке. Отлично. Почему нет? Фиксики. Вот где он, где мог трек «Фиксики» быть? Просто вот мне интересно. Оверхайп 3? Оверхайп 2? Оверхайп? Riot Gods? Где мог быть трек «Фиксики»? Вот просто мне очень интересно. Здесь? Я не вижу фиксиков здесь. Пиздец, тут треков, конечно, это просто ужас. Ладно, неважно. Короче, это пиздец. Это, кажется, все реворки. Ну ладно, продолжаем слушать. Я оригиналы не слушал, поэтому я это воспринимаю как новый полноценный альбом. Да. Я воспринимаю это как полноценный альбом. Говорите, что хотите мне. Для меня это как полноценный альбом, ну, потому что я не слушал оригиналы. И не хочу. Они старые. Я не очень люблю старое творчество переслушивать. Прям старое-старое. То есть там годы 17-16. Фиксики, погнали. Телевизор.
фиксики умерли. Раньше что-то там двигали внутри душ, теперь тушь течет, и кто заткнет пробоину в местном домике. Стали ходики времени в тихом омуте едет мир. Льешь свинец на оголенный нерв, ты врешь, подлец и весь божий свет. И свел до смешка мой ангел нет. Белоснежка проснулась вверх. Ни свет, ни заря, я прел по полям, удовожена земля. Людьми, как и я, не хотели жить вечно. Пить чай на кухоньке с той, что она поняла. Пей до дна, жизнь свеча. Вот беда, в раму дует сквозняк. Где же фиксики? Все пройдет. Сердце свыкнется, ум поймет. Ногти грязные давят вошь. Скорбь и радость и черпал ковши. Теперь скребет о пустой бочок. И я хрипло выплюну злой стишок. Бездна смысла все ни о чем. Забегай на огонек, мой мотылек. Дай мне луковку, я ж больней. Влезу в разнейший меж огней. Только гибель и точка. Стоит ли гнить в одиночке? Точно я без страстей и грехов. Пьяным свой ирихон. Буду спешить хоть ползком. Паренька, шлю вам поклон. Я глуп и смешон. В этих обносках с сырками из Дикси. Я верю, все еще можно пофиксить. Это рафлян какой-то, ёб. КЗ, блядь, не заходит. Ладно, я не знаю, что это. Чё-то какая-то хуйня, я не знаю. Но это кринж, честно. Как бы какой бы рафлянка ни было, это кринж. Ну, я подумал, что куплет исправит, но нет, он просто самый дефолтный. Ну, есть и кар. Мы знаем, как Слава может, и то, что вот это, но это полная хуйня. Потому что Слава может вот так. Полетал, но упал, чащу, тут нелетная погода, но мой черный. Я здесь, между срок, я как прежний бог, но теперь Люцифер. Я бахую, вот это, ну, ангел стал не тот демон, а за тот себя хуже во сто крат, я доппельгангер. Это вообще пиздец просто конченый, пиздец какой-то. Ладно, забудем про существование трека Фиксики, как будто, ну, его нахуй не было, да? Пожалуйста. Ну, не было, окей. Пацанский Блэк, следующий трек. Давай еще рока нахуй навали. Реально? Окей. Необычно. Я такого не ожидал. Заебало уже. Окей. А, это куплет, это даже не куплет, да. Это надо. А, немного тяжело идет. Не его это вообще. Какая-то рафлянка как будто опять. Выглядит как рафлянка, реально. Почувствовал себя взрослой. Да, это было. Но все равно как первый секс. Рэпчик под бласт-биты. Пацанский блэк. Не то, вообще, блять, не то. Сделал один раз рок, больше не надо, бро. Не то, вообще. Какая-то хуйня. Не знаю. Мы абсолютно не заходим. Вообще прям не заходим.
бой. Вот это уже такое. Вот это ебать. Очень обидно, сори за минус вайп, конечно, но очень обидно, что я не знаю ни один оригинал, и было бы просто интересно, если бы я как-то давно слушал оригинал, и я мог сравнить, как он их реворкнул. Но, к сожалению, для меня вот это является все оригиналом. Да, это обидно, хотя бы один трек хотелось, чтобы я не знал, но, к сожалению, я вообще вот в это время, в 2017-18, за интернет и тем более за музыкой вообще не следил. Нахуй версусы, послушайте, лучше сдохну с ноунеймом. Да, и версусы я не смотрел, то есть я вот эту всю темку, я не был прошаренным в инете про музыки, за индустрию. Я начал более-менее за индустрию шарить в 20-м году только, охуеть, не поверите. Да, очень поздно пришел в инет, связано это с некоторыми событиями. Вот. К сожалению, так и есть. Но зато сейчас мы с вами можем послушать любимые песни настоящих людей. Верно, верно. Продолжаем. Сори за минус вайп. Сори за минус вайп, потому что, ну, как ни крути, как я не хуесошу сейчас этот трек, за то, что реализация мне его максимально не нравится, и, ну, кроме припевчика, может быть, и бриджа. Но, как ни крути, здесь очень хуенный вайп, и он здесь определенно есть, прям, пиздец, можно здесь разъебаться, могу понять, если кому-то это понравится. Меня качает под это, но не вызывает никаких эмоций. Ну нет, так-то весело, смешно, но ничто припитить. Эмоции вызывают, это я пиздобол. Вызывает эмоции, по-любому. Сразу идем на следующий трек, Купидоны. Базар, бро. Спектакль стоит ровным счетом ничего. Тоски тут кот наплакал. И мазки на холсте бытия чертишь фальшивой краской. В этот надрыв не веришь, этот сюжет подтас. Психотерапия на показ. Какой же ты калека, рэпер же из смерти матери. Готов для новых треков выжить все эмоции и петь для пьяных залов. Светануть душонка, это тренд. Как тут оказалось, ах какая жалость. У поэта проблемы на личном. Ебать, что-то такое наличку. Посиделочка у костра, прям, да, здесь все сокровенное вслух. Купите мою душу на iTunes. Ты была со мной, потом ты ушла. Да. Люди умирают, болеют туда. Жизнь полна дерьма, но все же надо куда-то в нем плыть. А эта песенка тупо поныть. Ты была со мной, потом ты ушла. Люди умирают, болеют туда. Жизнь полна дерьма, но все же надо куда-то в нем плыть. Я а эта песенка тупо поныть. Вы одна меня знаете, баренька. Весь белый свет меня не ебет. Я не какой-нибудь слепой аскет. Но роль внешнего мира с каждым годом стремится к нулю. И вряд ли снаружи чужие клювы пробьют скорлупу. Я не бытийность прячется в углу, заседает невроз. На незримом троне вечный дух, а в печенках цирроз. Сидит давно и вряд ли в рай, но меня научит жить. Шовый трюк. А эта песенка тупо поныть. Новый сентименталист, знаете, так глубоко, как я не мог страдать и жить никто. Все тот же наеб сыграл.
играть на резонансе наших душ. Ведь все мы коллеги, и на эту почву, как из лейки, хуёвых поэтик капает стишата. Нахуй меняет всех этих плакальщиц микро. Это лишь слабость, гордиться тут нечем. Рэпер же из бытовых скандалов вам слепит продукт. Сука, спешите купить душу на iTunes. Ты была со мной, потом ты ушла. Люди умирают, болеют, туда жизнь полна. Но я не сижу в салон за ним, как за человеком, так что не могу ничего сказать. А эта песенка тупо поныть. Ты была со мной, потом ты ушла. Люди умирают, болеют, туда жизнь полна дерьма, но все же надо куда-то в нем плыть. А эта песенка тупо поныть. Долгое утро. Вот, хороший трачок дуэт. Что могу сказать? Просто скинь ей трек Купидоны, и она перестанет, я думаю, ныть. Она будет плакать. Ладно. Короче, что могу сказать по поводу этого трека? Опять же, как трек, допустим, «Я мечтаю», но мне первый пришел. Смешение охуенного звучания и текста. Крутая здесь темочка, да? Такая о жизни, да? Круто. При этом это все гитара прям под костер. Вот читаю, ну, реально в походник там с друзьями. Сели вечерком у костра и запели эту песенку. Имба, круто, мне нравится. Как репетить? Вообще спокойно, тоже можно. Я думаю, буду это делать. Круто. Спасибо, хороший трек. Но не лучший, как бы и карт не переплюнуть. Культура G, следующий трек, погнали. Ваш культур говно. Ваш культур говно. Вы покупаетесь на трёпать тихо сталых ебанов. Особо лишь Нуров, Оксимирон. Это все одно, они рассети, что плетут узоры из ебаных штампов. Сел и стал другим клоун при пидорасах, кривляка, как мистер Бин. Сучка Киркорова, саунд MLG. Мы хотели, чтобы ты был как Бабаный день держения. Ты принимаешь шеф телешоу вроде голоса. Ниже падать некуда, забатли что ли с блогером, а? Окей, я раб ваших ебаных взглядов. Дикей мне стоил пару новых лямов, хули. Тут бизнес, правила игры, не новый дуэт. Пока не отвалятся копыта у коровы. В интервью спорили, что Джарахов, что Василий Бас. Так но не б заработал куда больше, если б не продался. Я должен состроить, блять, идейного борца за андер, да? Так это ж логика торгашиков, я здесь, чтоб торговать своим. Они же ебали канал. Ваш культура говно, вы покупаетесь на трёпать. Блять, охуенный трек. Соболев, Шнуров, Оксимирон, это все одно. Они рассети, что плетут узоры из ебаных штампов. Я представляю, что оригинал может быть ёбнут вообще, да? Там нету ничего, одна хуёвая наследственность. Популярна то, в чём люди видят своего. Малышка, блогер, повезло, что ты такая посредственность. Батлис на битах только с друзьями. Ты не сможешь выиграть с частушкой в акапельном батле. Ничему хайпить на ваших именах. Я хочу втоптать и грязь, и BPM не вариант. Похуй Соболи, Джарахов, Коли им напишет Гена. Панчи стили КВН. Все для клиента, да. Но чей гастрайтер круче Гена? Тебе за дисы платит Коля, мне московский Кремль. Победил в бою, но проиграл войну. Батл рэп погиб и все скатилось в BPM хуйню. Дайте мне любого венценосного художника. Я так его отделаю, как черепаху боженька. На русской сцене никого, кто согласится ныне. Ты создаешь себе кумира, броешь гу святыни. Быть палачом постыдно, мне абсолютно поровну. Когда дают конверт, я прихожу, снимаю голову. Ваш культур говно, вы покупаетесь на трёпать тих отсталых ебанатов. Соболи, Шнуров, Оксимирон, это все одно. Они рассети, что плетут из зоны из ебаных штампов. Это название трека, да? Культур говно, ведь там нету ничего. Одна хуёвая наследственность. Что? Популярна то, в чём люди видят своего. Малышка, блогер, повезло, что ты такая посредственность. Блин, трек. Когда я услышал вот этот бит, оно посвящено. Похуй нахуй я ебал.
База! Ну, что могу сказать? Очень сильный трек. Сколько он идет? 3.27, охуеть. Не, вообще не заметил. Такой диссовый текст, да? Короче, это такой бумбэп, да? Скорее. Даже название менял. Но почему бы и... Чисто реакция на ремиксы. Ну, да, реакция на ремиксы, но только прикол в том, что для меня-то это как оригиналы. Я ж не слушал оригиналы, поэтому для вас это все реакция на ремиксы, для меня как на новые полноценные треки. Я не слушал оригиналы, это пиздец. Прикольно. Короче, такой диссовый текст здесь. Не знаю, в чем делался оригинал, для чего. Тоже, скорее всего, диссовая история. Тут и ДК, и Джарахов там, и Оксимирон, и Путин, и Соболев, господи, кого только нету, Фейс, пиздец, кого только нету нахуй здесь, пиздец, очень много людей, очень диссово на вот этом олдскульном бите, я когда услышал олдскул, я подумал, мне не зайдет, оригинал дисс на всех, понятно, вот, я подумал, что мне не зайдет, но нет, он очень красиво все реализовал, красиво обернул, красиво подал, и мне в результате сошло. Слава, молодец. Идем дальше. Следующий трек — «Карлики 3». Три трека у нас осталось. Как будто рофл какой-то. Карлики вышли из-под контроля. Завладели собой склерики под Москвой. Вся Москва как на ладони. У маленьких сволочи карлики кушают в кафешках тушеные овощи. Нет никакой надежды, что их вытеснят ингуши. Карлики смеются от души, когда мутят свои концерты и пьяно поют в метро. Карлики танцуют в церкви, зловредное меньшинство. На лестничной клетке лапает податый карлиц. Щелкает семки за оскорбление чувств. Карлики кинут за стенки. Карлики сидят в Кремле, под елкой подведя итоги. Объявятся в стране, скоро отпилят ноги. Карлики на коне, на милом ушастом поне. Держись от карлика в стороне. Если карлик не в духе, ты заметил, при нем воровские татухи. Карлики в МВД, своим прощают мокрухи. Низкорослый элемент в Питере, ходят слухи. Провел дьявольский эксперимент. Низкорослые люди будут рождаться у всех, кто ест покупные продукты. Карликовый ген, достижения русской науки. В разные эволюции сводили маленькие руки. Карлики взяли в плен команду НБА. Запрещенные в XL размерах. Теперь известно, сколько нужно карликов, чтоб вздернуть на люстре негра. Карлика прячет под юбкой английская королева. Белка в руку ходит, твоя жена налево. Этот хоббит маленький гигант в мире большого секса. У маленьких людей не может быть большого стресса. Карлики барыжат для своих только отличным весом. А для гулливеров 0,4 и то перевеса. Карлики в квартире сверху подожгли за так узбека. И всю ночь шумели, будто там детская дискотека. Карлики забыли свое место, сказал участковый. Достал ТТ и хотел было стрелять в икону. Но спецназ под метр 40 сбил его с ног пинком. Стоял вопрос ребром: ну и кто тут, сука, гном? Чё ты там шутил про карлика в комментах? Это срок. Об лицо тушили сигареты, включали пост-рок. Сам товарищ Ленин шмот, как для детей ходить бы мог. А ты на минуту решил, карлики не выше сорт. Но в зрачке никого не видать. Это карлики пришли к тебе, чтобы тебя забрать. Это надо знать. Если весь мир смоет ураганом, на земле останутся лишь карлики. Окей, охуенный текст. Пряники и шаровары, и люди, всё. Костюм, барабаны. В карликовый лес едут карлики, чтоб вести. Кстати, это ваша бабангина, вроде тоже карлик. Иначе почему он представляет город? Малдер и Скари знали, истина где-то рядом. Но не догадались глянуть вниз, пока блуждали взглядом. Если враг подложит им змею, карлики только рады. Карлики отсасывают яд, чтобы плеваться ядом. Они захватили телеграф и военную базу. Маленький народ, даешь террор, кричали в экстазе. Они взорвали белый дом, перевязали по связи. Мы карликам, это закон, первый карлик на массе. Карлики на массе знают тайский бокс и лупят цирки дылдом по. В этом что-то есть, в этом свой прикол. Мелкие как на Хэллоуин. Весь город с утра разбудили. Урода 1.90 м на цепи водили. Матери вопили без намордника. Куда же смотрят органы отлова для мутантов переростка. В обществе случилась истерия, всех перебили. Последний великан попал в капкан в лица Сибири. Карлики победили.
Карлики победили. Карлики победили. Карлики победили. Карлики победили. Карлики победили. Карлики победили. И теперь ты в могиле. Окей, я не знаю, в этом какой-то свой прикол. В этом какой-то свой прикол, я не знаю. Ну, мне вообще не нравится капа здесь. Вообще, типа, не нравится. Охуеннейший текст просто. Диссовый на карликов, блядь. Ай, да. Бля, ну прикольно. Прикольно, на самом деле. Но вот прям что припитить вообще нет. Сначала я подумал, вообще фол хуйня, но нет. Под конец, ну, техника, конечно, это пиздец у него ёбнутая. Капа мне не понравилась. Ладно, забудем про этот трек тоже. Хотя он поинтереснее, чем фиксики, гораздо, конечно. Это в целом один из самых интересных треков. Самых необычных. Но, считаю, можно было и получше. Ну, капа специально такая, блядь, да ведь? Как будто сделано все технически идеально. То есть все охуенно сделано, потому что капа, ну, на то и планировалось, на то и задумывалось. Это она мне субъективно не нравится. То есть если бы она мне нравилась, ебать, это вообще плейлист, то в плейлист бы это только так улетело. Но, к сожалению, нет. Курить и сдохнуть, погнали. Что? Я не тот, кем был раньше. По мне плачет банша. Вижу всю подноготную голую, будто банщик. Друг обманщик. Я рупор павших тех, кто банчит. И тех, кто возле переходов клянчит. Ни в Кельвин Кляйн, ни соус кальвы. Под бич пакеты взрываем лишь ракеты. Ты лишь не в гетто. Ведь далеко не гетера. Я распадаюсь на куски, сука, байки из хлеба. И тут темно и холодно. Мой сдохло бы от голода. Проебанная молодость. Какие наши годы? Какие ваши доводы? Я дивиденды почитал. И в сумме нищета. И блять, не нищета. Знаю. Вроде алмазы вроде ищу норм. Там. И я не исчерпал пока этот родник сюжетов. Так что мозги мне не еби, что все песни про это. Просто в том месте, где душа у нас дыра проверена. Курить и сдохнуть. Курить и сдохнуть, хвативши оголенный провод, как дружеский локоть. Курить и сдохнуть, просто курить и сдохнуть. Жизнь балаган и шоу, витрина Киев окна. Курить и сдохнуть, просто курить и сдохнуть. Когда мы загорим, как Рим останется лишь копоть. Курить и сдохнуть, просто курить и сдохнуть. То, что Бог есть, это вопрос подвоха блоха. Когда все песни про одну лишь травку, вношу поправку, а не про бессмысленный завтра. Так что пизду под лавку, и там уж гавкой гад. Кому-то Apple годнота, кому-то кавка клад. У тысяч пацанов из хобби только наркота. И это горько так, но это правда, да. Бля, прикольный трек. На городе дорог или всем городам. Это мои грейдхит. Я думаю, добавлю. Пока что number one. Курить и сдохнуть. Хороший трек, бля. Припев классный. Хватит же оголенный провод, как дружеский локоть. Курить и сдохнуть, просто курить и сдохнуть. Жизнь балаган и шоу, витрина Киев окна. Курить и сдохнуть, просто курить и сдохнуть. Когда мы догорим, как Рим останется лишь копоть. Курить и сдохнуть, просто курить и сдохнуть. И то, что Бог есть, это вопрос подвохом. Крутой трек. Базару Джексон. Охуенный припев, который с сэмплом нормально сочетается. Там, по-моему, еще есть не одна капа там, вроде как. Короче, очень крутой дроп на припеве. Такой вайбовый, аккуратненький, мягкий трек. И в припевах, то есть вот так стабильно, нормально.
То есть, охуенно. Мне сначала не зашло. Но припев, конечно, свое дело делает. У нас остался последний трек. Кайфоград. Давайте послушаем. Угу. СПГВ вообще весь, да, альбом запрыгал, я верно понимаю. Хорош, респект, бро. Охуенные биты на всем альбоме. Похуй на все, заряжай папиру, весь этот ебаный мир. Подорви, как канониры, мне не рапиры. Проходят мимо, мы на той же лавке, тоже пиво. И в той же утренней подохнем давки. Я вырву сердце и за даром задарю давалки. Ты так охочешь до любви, давай примутим крак. Станем ебаться под солнцем, свежим глотком минералки. Загоню кристаллы счастья свой, обезвоженный жарким ветром желудок. Недра выпрысну сквозь промежуток, радужный гриб из улыбок. Похмельное утро, похуй, забьем на работу. Похуй на все институты, жить настоящим моментом. Ждать настоящего чуда. Мы перманентом мгновенье. Нирваны давим по каплям, плескаясь в кафеле солнечной ванной. Вообрази, как охуенно быть вечно пьяным. Не стану старым, стану мэром Кайфограда. Ведь мы любим жить от души, запаха наши. Поднимая тост за братиков, чё поддержи. Можно сказать, хуйню пожил, ничего запрещаю. Из кармани кратер, но свалился космический камень. Это кайф, знаешь, Вась, ты базаришь по делу. Надо взрослеть, но остаюсь я таким же незрелым. Я заложил свою душу проспектом, сквериком, падиком, парком. Блять, я сдохну за это. Залетай ко мне, покурим плюх и придумаем рэпа по реке. Не медривую в поисках нового света. Без монет на меток лето выстрелить в голову пеплом. Проснусь седым, да и похуй, так надо, наверное. Старость подкралась коварно, что мне осталось. Однако плюну на годы и снова спустим зарплату на травку. Снова спустим зарплату на травку. Снова спустим зарплату на травку. Лето в Кайфограде. Это лето в Кайфограде. И мы курим сигарет. Очень вайбовый трек, друзья. Лето в Кайфограде, это маленькая жизнь. Лето в Кайфограде, это лето в Кайфограде. И мы курим сигарету на твоих одной. Знаем, это лето в Кайфограде, никогда нам не забыть. Лето в Кайфограде, это маленькая жизнь. Лето в Кайфограде, это лето в Кайфограде. И вот так аккуратно, да, заканчивается. Охуенно? Охуенно утро. Ой, бля. Мы послушали с вами альбом. Ой, да. Ой, да. Отсидел. Отлично. Ну да, вы так-то тоже понимаете, что полтора часа сидеть и слушать музыку. Тяжело. Угу. Тем не менее, этот час пролетел гораздо быстрее. В самом деле. Гораздо быстрее. Лучший трек, ну и кар это прям пиздец. Однозначно. Я добавил Кайфоград? Да. Давайте первым делом посчитаем, сколько треков из 18 я добавил. Интересно, реально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 из 18. Неплохо. Чуть больше половины. Причем те 8 треков, которые я не добавил, не учитывая фиксики «Карлики 3», это были треки, которые ориентированы на текст и мне не нравились по звучанию. Но в целом по качеству и по работе они были очень охуенными. То есть я считаю, что это очень хороший альбом. Первое, за что я хочу зацепиться, это всего лишь 18 реворков старых треков. Всего лишь 18 реворков старых треков, но звучит это как полноценный альбом. Вот, это главная фишка. Здесь есть Кайфоград, который звучит как аутро. Пихпох, ну не звучит как интро, но похуй. Есть Кайфоград, который звучит как аутро. Короче, очень красиво здесь есть. Я даже в один момент разглядел концепт, что чередуются треки с текстом, чередуются на звучание, то есть есть такие рофильные, есть серьезные, они чередуются постоянно. То есть есть определенная структура, которая хорошо выдерживается. Причем это всего лишь реворки. Охуеть. Но я говорю, ощущается как полноценный альбом. Пиздец, это очень круто, спасибо большое. Огромный респект SPB Waves, который все 18 битов здесь запродил, и они были реально ёбнутые. Спасибо большое. Спасибо, конечно, за Майю за парт. Спасибо Славе за такой крутой, крутые реворки, реально. Оригинала я, конечно, не слушал, это очень плохо, но каюсь, грешен.
Тем не менее, я послушал реворки, и мне в целом 10 реворков зашло. Да, буду репитить. Икар вообще ёбнутый трек, конечно, это прям Базару Джексон. Да. То есть, вы поняли, главный плюс альбома это ритмика, я даже молчу про нее. Слава не может быть плохой ритмики. Ёбнутый текст, тоже молчу про него, Слава не может быть плохого текста. Ёбнутая техника, Слава не может быть обычной техники. Просто пиздец. И конкретно тут еще это осуществляется в том, что плюс, что реворки звучат как полноценный альбом концептуальный. Круто. Это очень круто, реально. Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого альбома. Какой реворк вам зашел больше всего? И я надеюсь, вы на меня не сердитесь, что я послушал этот альбом, при этом не слушав оригиналы. Потому что есть люди, которым может это не понравиться. Заранее извиняюсь за это, реально. Но, к сожалению, я поздно пришел в интернет. Да. Поэтому в 18-17 годах я не шарил за Versus, там, за Оксимирона, за Слава КПСС, за Антихайп. Вся хуйня вот это, вы поняли. Я за это не шарил. Каюсь, грешен. А что поделаешь? Прошлое не вернешь. Угу. Но сабайтесь на мой Телеграм, чтобы впредь такого не повторилось. Twitch, потому что, ну, ребята со мной, если бы не они, мне было бы очень... гораздо скучнее это слушать, а так я с ребятами делился, и они высказывали свое мнение, я высказывал свое мнение, мы соглашались друг с другом или не соглашались друг с другом. Это было действительно классно. Да, и вы могли быть одним из тех людей. На стримах у нас реально очень прикольно, захотите, не пожалеете. Вот, с вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!